Творити добро і знаходити його прояви у всьому, що нас оточує, можливо, не кожному. Але ці люди не замислюються над тими справами, які доводиться робити кожного дня. Сьогодні у нашій студії Наталія Михайлова, волонтерка Дніпровської міської громадської організації захисту тварин «Вірність». Дуже рада бачити вас, Наталочка. І ви ще принесли з собою свого друга. Це хто у нас? Це кошка Синтія, яка іще собі новий дім. Ее спасли волонтеры. К сожалению, она пострадала от зубов собак. Она лишилась половины хвостика, но у нее осталась жизнь. Она очень жизнерадостная и ждет своего хозяина. Бачите, уже звати, назвали уже вы эту кишечку. А сколько она уже у вас часу находится? Ну, больше 4 недель. У притулку чи в когось вдома з волонтерів? Як це переважно відбувається? Она вначале находилась в клинике на лечении, после того, как ее прооперировали, она побыла еще какое-то время, ей кололи антибиотики, а потом она переехала на передержку. Это место, где животные живут до того времени, пока их кто-то заберет в семью. Такая гарненькая, сидит себе спокойно, она звикша до людских рук и до ласки. Я так думаю, что она где-то жила в когось, мабуть. Да, скорее всего, она у кого-то жила, потому что она вообще не умеет прятаться. Она сидела посередине двора, в листьях и не пыталась даже скрыться. Может, кто-то впізнает сейчас свою кишечку и захочет забрать ее домой, может, она где-то пропадала, знаете, как, а потом потрапила до собак и уже как, ну что, никто не знает. Багато таких, до речи, есть объяв, когда люди шукают своих тваринок, где-то они пропадают, куда-то зникають. Справді, может же потрапити, и собаки могут разорвать, и взагалі могут под машину потрапити. Тобто тут, справді, если тваринка сама вільно виходить на вулицю, то з нею може бути все, що завгодно. Чи доводилось вам саме з такими тваринами працювати? Звертаються до вас люди, в яких пропали тварини? Да, такие люди обращаются к нам. К сожалению, знаете, добро – это не только вот о том, чтобы покормить животное. Добро – это когда человек ответственно владеет животным. И вольный выгул на улице, он достаточно часто приводит к травматизации животного и к его пропаже. Бывает, что и очень ответственных хозяев пропадает, ну, чаще всего это происходит с собаками, которые гуляют без поводка, такое происходит. Для того, чтобы этого не было, у нас сейчас есть правила регистрации животных домашних. Они уже действуют в нашем городе практически год. Расскажите трошки про это. Значит, производит регистрацию коммунальное предприятие и больше 20 клиник по городу. Животное чипируется, выдается муниципальный жетон. В случае утери животного его достаточно быстро можно найти. Собак, чипирование собак обязательно, кошек по желанию. Это значительно сокращает срок поиска своего питомца. Ну и уже есть такие у вас приклад, когда у людей пропадали тваринки, так саме таким чином вони їх дуже швидко знаходили. Оце переважно, мабуть, це можуть робити люди, які живуть у приватних будинках, так і собаки їхні гуляють без поводків самі собі, так, мабуть. Бывают и в высотных домах люди выпускают животное, оно гуляет само по себе. Ну, и часто таких, не возвращается. Мабуть, рідше такі випадки стаються, бо ні? Примерно одинаково. Ну, вы же это больше знаете, звичайно, что информация. Еще очень жаль, что далеко не все люди понимают, что животному угрожает действительно опасность на улице. Оно очень часто может не вернуться. Они не приспособлены кушать на улице, они не приспособлены убегать от опасности. И это всегда огромные риски. Люди очень часто думают, что животные похожи на людей. Они их очеловечивают. Это неправильно. У животных есть инстинкты. Если кот просится на улицу, это означает, что его надо кастрировать, а не выпускать на улицу. Доброта, знаете, как доброта должна быть с умом. Если вы ответственный владелец, да, я вообще говорю в общем и целом, не конкретно к вам, ответственный владелец должен стерилизовать свое животное, потому что это всегда снижает численность популяции бездомных животных. Они же берутся не откуда-то, а извне. Те животные, которые размножаются в городе, ну, бездомные животные, у них чаще всего потомство погибает. Размножаются домашние, потом их люди пристраивают в хорошие руки, их потом выбрасывают или передают на базар, думая, что бабушки, которые там сидят, их пристроят. Я могу заверить, что это вообще не так.
это бизнес, они получают за живот, за пристройство животного деньги, и никто не будет держать животное и кормить его всю неделю, если оно не представляет какой-то внешней ценности, оно не похоже на породу, оно там котик не пушистый, какой-нибудь самый обычный котенок, у него практически нету шансов. Первое, нету шансов по пристройству, второе, нету шансов, потому что там идет бесконечное перезаражение, и они потом имеют весь комплекс инфекций, которые были среди всех животных, которые туда попали. Поэтому... Ну, це взагалі, справді, така ситуація не тільки в нашому місті. Я так думаю, що у більшості великих міст України ситуація схожа. Так? Смотрите, ситуацію ми можемо міняти. От и вы, и я, мы ее можем менять вот такими передачами, когда мы говорим о одобрении не только о том, чтобы покормить, а об ответственном владении. Если бы не внимание средств массовой информации, в нашем городе по-прежнему бы решали вопрос регуляции численности бездомных животных убийством. Сейчас у нас работает КП, которое стерилизует огромное количество бездомных животных. Они выезжают, отлавливают, стерилизуют, прививают от бешенства и выпускают на места обитания животного. Они держат свой ореол обитания, все равно есть пищевая база, и там будут появляться животные. Они держат свой ореол обитания, туда не приходят новые животные. Сейчас ну, тобто, можна сказати, зробити вже висновок так, що тих тварин безпритульних, які от кількість, яка була раніше, от вона не збільшується. Ні, зараз ні. Сейчас очень много стерилизованных животных, которые живут уже 5-8 лет, и люди их подкармливают, они живут, не принимая других животных на свою территорию. Але все одно з'являється та постійна кількість тварин, які на вулиці, так? Да. Все одно ж вона приблизно однакова, да, мабуть, є. Да. Що тоді, якщо, наприклад, тваринка потрапляє до вас, до вашої організації, що ви потім будете робити, яких заходів ви вживаєте стосовно цієї тварини? Животное обязательно, если оно нуждается в медицинской помощи, ему оказывают в клиниках города, которые с нами сотрудничают, медицинскую помощь. Обязательно обрабатывают от паразитов, прививают и ищут новый дом. И как часто люди охоче погоджуются, чтобы взять тваринку? И кто переважно берет? К сожалению, нам хотелось бы, чтобы это набирало большую популярность. Но по сравнению с тем, что было 10 лет назад, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Вот как раз благодаря СМИ мы на прошлой акции раздачи котов раздали больше 30 животных. Це через засоби масової інформації. А так от я бачила, наприклад, у нас на Європейській площі стоять люди з рупорами і кажуть, там підходьте, збирайте, беріть котиків там, чи собачок додому. І я скажу вам, що так, щоб я бачила, щоб черга стояла, то немає такого. Не стоїть. Тобто, ну так підходять, десь дивляться і так, знаєте, дуже обережно. Я об'ясню, чому. Коли в домі є маленький ребенок, человек в первую очередь ответственен за своего ребенка. Взять на улице животное необработанное – это всегда риск. Мы почему? Мы не стоим на улице. Мы вначале животное полностью подвергаем обработкам, а потом уже его пристраиваем. Обязательная стерилизация потом животных, которые не имеют племенной ценности. Обязательная. Для того, чтобы потом человек не искал и не приносил нам это потомство. Не приходил к бабушкам и не говорил, не давал денег и говорил, пристройте. Они опять потом появляются на улице. Поэтому мы, опять-таки, мы за ответственное отношение к животным. Да, у нас мы не раздаем их пачками. Потому что, первое, мы обязательно смотрим на человека, который берет. Мы проводим опрос, мы уточняем ценности человека. В этом случае часть людей отпадает. Это, ну, а так вот еще происходит. Вы пытаете переважно. Ну, вот как вы можете... Где будет жить животное? Будет ли животное на вольном выгуле? Потому что если это животное, человек говорит, ну, будет у меня там жить, вот, пожалуйста, там во дворе, на улице, нам такое не подходит. Ну, я сразу скажу. То есть преимущество это, если животное будет жить в доме.
Животное обязательно должно быть стерилизовано, если это маленький котенок, по достижении возраста. Привит, и часто мы животных отдаем там, с прививками, с какими-то, это все отражено в паспорте. И спрашиваем, чем будет животное питаться, с какими животными еще будет жить в семье, потому что есть животные, которые могут не принять новых. Ну, звісно ж, можуть і ті тваринки, які вже є, і коти, наприклад, теж можуть не прийняти. Буває і таке, справді, можуть не дуже вже і дружити один з одним. Буває ріб по-різному. Але все залежить, мабуть, від господаря. Наскільки йому потрібна ця тварина і наскільки він готовий утримувати її. Бо справді це серйозна справа. Треба розуміти, наскільки ви готові годувати тварину, що ви потім будете, чи чим ви будете лікувати цю тварину, якими засобами, чи будете ви звертатись до фахівців, чи може самі щось там собі придумаєте. Але знаєте, це справді дуже серйозна проблема на сьогоднішній день, бо так сказати, що у нас у всіх є така можливість, не можна сказати. Зараз людям важко жити, а про тварин взагалі вже й мови немає. Тобто, ну, є така, є проблема. З приводу притулків, от мабуть, виходом з такої ситуації, от як з тваринами, то це створення притулків. Зараз вже з'являються притулки, їх в місті, ну, є, так, є вони, але там теж ситуація не дуже добра, бо цих всіх тварин теж треба і годувати, і лікувати, і дивитися за ними, і вчасно роздавати у добрі руки. Справді, ну, є велика робота. Я бувала в таких притулках, я вам скажу, що враження від них у мене було не дуже. Тому що я бачила насправді отакі тварини там живуть, і я так розумію, що мало людей, які дуже добре і швидко хочуть взяти до себе додому тварину і гідно дивитися за нею. Доти, поки ця тварина у притулку і в якому вона стані там знаходиться, теж питання. Чи усі потреби тварин можуть бути добрими і можуть бути влаштованими саме у притулках? От на ваш погляд, якщо ми зараз будемо розглядати ті притулки, які є у нашому місті? У нас є різні приюти, у вірності десь около 10. Мы никогда не набираем лишних животных, потому что животные, если они не общаются с человеком, они... ну, в общем, не социализируются. Поэтому вот у нас есть достаточно большая передержка собак, около 30-40 животных. Если там рассчитано на 30-40 животных, мы не берем больше. Обязательно с ними гуляет по очереди человек, убирает, общается с ним. Мы устраиваем акции и привозим туда людей, чтобы они могли пообщаться с человеком. К сожалению, не все приюты придерживаются этих правил. Про це я і хочу У нас сказати. Все животные привиты, все животные стерилизованы. Если мы их не будем кормить соответствующим образом, они будут плохо выглядеть, их люди не возьмут домой. Есть животные, да, которые сидят 3-4 года при хорошем характере, хорошие классные животные, ну, бывают засиживаются. 3-4 роки – це справді багато, мабуть, для тваринки. Да. Вона ж звикне вже потім до тих умов, де вона живе, і їй буде важко потім адаптуватися вже в інших. Нет. Ні? Ні. Не важко? Ні. Тобто можна будь-якому… Животні достатньо швидко адаптуються до окружаючих умов. І ми ж обов'язково спілкуємося з чоловіком. Во-первых, є таке поняття, як іспитательний срок. Це іспитательний срок і для собаки, і там, кошки, і для чоловіка. Треба зрозуміти, да, ви прийшли, погладили животне, але це ж достатньо швидко, ну, може пройти, там, раз-два ви прийшли. Как вы уживетесь вместе, насколько вам будет комфортно. Поэтому 2-3 недели человек понимает, ему с этим животным хорошо или нет, не страдает ли при этом животное. Это первый момент. Второй момент, мы же уточняем, мы же видим, что собака ориентирована на человека или нет. Может она жить в квартире или нет. Или ей будет, допустим, комфортнее жить в хорошей утепленной будке на улице. У всех животных разные потребности. Наблюдая их какой-то период времени, можно сказать, какого хозяина
хазяїна, її можна подобати. Ви вже настільки відчуваєте цих тварин, ну, от, які є у вас, от, і чи там, наприклад, їй в будці добре, чи може десь в квартирі, чи собака, можливо, піде зразу до людини. Ну, я вже так собі уявляю, як ви це робите. Якщо собака вже знайшла свого господаря, мабуть, так і відбувається. Да. Іде господар і бачить, чи це моя собака. І все, от стався такий контакт між ними, і все, вже можна брати додому і жити з цією собакою. До речі, в мене є один знайомий, він так і взяв на смітнику собаку, і ця собака з ним жила усе життя, і настільки добрі були стосунки, ну просто не відходив від того чоловіка. Справді, знаєте, от як до сліз, отак дивишся на них і просто не розумієш, як ця собака могла опинитися на смітнику, і наскільки добре сталося, що отак вони знайшли один одного. От, це теж такий приклад. Ну, от, хочеться, щоб люди мали свою тваринку, так, щоб у кожного вона була. Бо це ж добре, коли ми можемо, маємо таку можливість спілкуватися із усім живим. Сподіваюся, що для цієї кішечки теж знайдеться господар. Вона так добре вже там починає засинати. От, але гарна така кішечка, добра. Мурчить. Їй добре. Ну і наостанок хочеться, щоб ви розповіли про акції добра, які у вас проходять по середах. Так? Да. Будь ласка, Наталія. Уже більше 2 років у нас в соцсетях проходить акція «Середа – день добра». Вместо чашечки кофе или там какой-то некрупной покупки мы будем рады презенту на наш счет для того, чтобы содержать и кормить достойно тех животных, которые у нас есть. Это может быть сумма от 5 гривен. Мы с удовольствием, то есть 5-10 гривен – это сумма на еду для щенка или крупной собаки. Рахунок десь у вас записаний? В соцсетях, в Фейсбуці, да. У Фейсбуці можна побачити цей рахунок, ви його постійно поновлюєте, показуєте усім, щоб він був на виду, і щоб люди перекидали, перечисляли туди гроші, можливо, навіть невеличку суму, але нічого, вона буде потрібною. Да, зимой животные требуют гораздо большего объема корма для того, чтобы согреваться. Поэтому потребности увеличиваются, и мы будем рады любой сумме. Наталочка, я вам дуже дякую. Вам і ось цій гарній кішечці, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Добре, що ви є, добре, що ви так піклуєтеся про тварин. Ми сьогодні говорили про добро, і справді так і є. Це ті люди, які вміють дарувати тепло, добро і просто вміють робити так, щоб іще комусь, крім вас, було добре. Тому дякую вам. Дякую. Сподіваюся ще вас побачити. Ну і, звісно, щоб усі ваші тваринки були у добрих руках. Дякую вам велике. Ну, а ми з вами побачимось вже за декілька хвилин.